Добрый день. Всем привет. Вот обложки. Вот зачем вы их снимали, дети? Все равно все помяли, как попало. Там нам сказали, что снимать обложки. Ну тогда аккуратно иди на стол положи, а потом... Не надо на полу, доченька. Иди на стол. Сюда? Нет, там, в зале. Вот Алиночка вчера у него мыла. У нее. Она, вон, видите, где спать легла, бедная. Прос. Так, Сашенька, очки, милые очки. Так, все, мы собрались, прически тут делали. Женя ледяную воду, наверное, пьет. Она по утрам только немножко кашляет. Потом весь день бегает, как сайгак. Здоровая и не больная. Ну, сегодня последний день в школе. Да? Мама, когда у нас будут каникулы 9 дней, Томочка будет ходить в садик? Надеюсь. Ее невозможно, он проразбудит, капризничает. Какую лопатку опять? Так, шапочку не забывать. Какие шапочки? Так, все, дети собрались. Бейсболки? Да. Шапки нет. Лиша распущенная пойдет. Забыла сказать. Но, так у меня же нету кепки. Вон Дарина без кепки. Одень ее. Угу. Надо купить кепку. В ожидании школы, да? Все пристегнуты, потому что первым делом мы едем отвозить старших, те, кто ходит в школу. Томочка попросила. А потом папа повезет одну Томочку в садик. Что она не в настроении сегодня. Так, Дарина. Поехали. На улице погода прекрасная. Солнышко светит. Сколько вам тебе нравится? 16. А днем будет, ну, всех 25, да? Может, он не предсказывает. Жалко. Все, едем. Или вот мы проводили уже в школу и Женю, и Сашу, и Алину с Дариной, да? Сейчас поедем в садик, да? Помаши им ручкой. Там. Малой. Да где? Девочкам же. Томочку с горем пополам вел. Идет такое время, это говорит. Мне сегодня еще в садик сходить, потом будет выходные, отдыхать буду. Как на дембель. Девочек я вез, сейчас поеду за хлебом. Все, дети в школе, в садике. Сейчас, знаете, утром открываем постоянно окно, пыль, это капец какой-то. Буквально вот вытирали мы, наверное, дня 3 назад. Это ужас, что творится. У нас еще, видите, тут как бы дорога очень близко. Мы надо опять все вытирать. Я вчера как глянула, вот Настя у нас вытирала, тут, наверное, ну точно дня 3 назад. Это же капец, что творится. Сейчас еще начнут дороги ремонтировать, тут все тут вообще будет. Хоть не открывай окна. Я вчера начала тут прибираться, тоже немножко дети накидали. Надо уже искать. Где-то потеряли. Так жалко. Вообще не люблю, когда раскидывают. А они возьмут и все равно бросают. Вот. Буду сейчас все прибирать. Обложки все рваные. Зачем-то сняли. Надо пыль вытереть. Видео грузится на канал. Я только что закончила. Пока немножко у меня есть времени, навожу порядок на кухне. Протерла все уксусом. Ну, знаете, я бывает проверяю раз в месяц хотя бы, чтобы не заводился жучок. Ну, нету. Но вообще, когда я готовлю, я каждый раз смотрю, чтобы в крупе, ну, знаете, бывает всяко, чтобы ничего не заводилось. Вот, тут все протерла. Сейчас обратно положу все. Ну, в общем, весь этот шкаф.
И надо будет мне протереть, проверить. Ну, вот так вот у меня тут все лежит. Тут еще... Видите, как у меня лавровый лист. Это мне подружка Света давала. Они когда ездили в Грузию, по-моему, или куда-ли. Или, может быть, это с Крыма. Вот она... У нее там много, и она мне давала целую связку. Вот так вот у меня приправа еще лежит, которой я пользуюсь. А там, которая потом понадобится. Здесь всякие контейнеры. Ну и продукты немножко, соль там. Сейчас все это я протру. И обратно все составлю. Вот. Ну и вот здесь вот тоже, наверное, надо будет тоже все протереть. Сейчас хорошо, пока детей никого нет, и как раз займусь приборкой. Собак покормила, котов, ветром сейчас сдуло. Хочу попылесосить, куда покрывало дели, ничего не пойму. А дети тут играют, ну мы частенько тут пылесосим, конечно, и влажной тряпочкой потом как бы вытираем. Блин, где-то покрывало, ничего не пойму, куда дели. В общем, ладно, сейчас попылесошу и потом дальше. Пошло, да, да. Танечка приехала. Привет. Настя помогла все сделать. Ой, надеюсь, там ничего не... А то у меня, знаешь, я один раз вот так вот показала и пароль, прикинь. Все данные. Женькины. Ну. Ой, ну все. Мы, а мы сами еще до сих пор не подали. Васе все некогда, некогда. Ну, еще время есть. Сегодня, может быть, займется. Да, он все ждет, дождь пойдет, работы поменьше станет, тогда я все сделаю. Вот. Таня привезла сметану и творог. Что-нибудь надо приготовить. Я вчера тоже творог делала, но я его заморозила. Вот. Что сегодня готовить будем, дочь? Я в 2 часа уйду. Куда? На ногти. А? На ногти. Какие ногти? Картошку сажать надо. Мам, какая картошка, когда ногти? Я же не буду длинные. Я просто свои покрашу и все. У нас 2 аппарата, 2. Делай дома ногти. А сколько у нас лаков взять? Так мне сделают с укреплением. Ой, у меня капец ногти. Я как пойду, я не могу в перчатках. Как я могу вот такие маленькие дергать? Зайду в огород, все равно там положу, ногти грязные. Так, ладно, надо что-то готовить. Папа обедает. Приятного аппетита, пап. Пришел тоже. Думал, у меня тут готово. А какой там готово? Картошку я тут тушу. И поставила очистки курам варить. Прилипло тут все. Я когда готовлю, я сюда с собой все мою. Все тут перемыла. Стирка у меня уже 2-я тут. Сейчас пойду белье развешивать. Вот у нас, видите, какие рюкзаки есть. Нашла один на улице, надо его тоже постирать. Хороший такой рюкзачок. Здесь тоже прибралась. Все подмела. Полы помыла. Вытрясла тут все, пропылесосила. Ой, надо когда-то тут папки заканчивать. Потому что, видите, тут просвечивается. И туда, когда... Ну, тут вот стоишь, не пахнет. А там от кур пахнет. Ну, Вася говорит, надо еще чистить. Поэтому тут вот прибралась. Пока. И вот не знаю, знаете, думала все покрасить. Но я знаю, что если покрашено, будет очень скользко. Особенно осенью. И вот у меня все это сдерживает, и вот как бы красить, я даже не знаю как. Дети будут падать. То ли так оставить этот пол. Но красить не вариант никак. На улице никак не покрасишь. Потому что будет очень скользко, я об этом знаю. Всем привет. Да? Утром. Ну что девчонки сказали в классе? Ничего. Как ничего? Ну как? Вообще ничего не сказали. Дарина красиво, Дарина классно или еще вообще? Ну, сказали, ты что, покрасила, сказала, да. Все. Ужас какой. Ну, ладно.
говорю детям, сделайте салат. Ой, мам, сделай сама. В общем, все, буду салат делать. Немножко совсем, потому что мне нужно покушать, и я собираюсь на собрание девчонкам. Понятно. Они там гуляют. И как раз заберешь учиться. Даже эта температура поднялась к Владимиру. И что? Ничего, ушла она домой. Вам уроки хоть домой задают? Домой? Ну, сейчас мы только повторяем, так-то не задают. Вот я и говорю, что вообще уроков не задают. Под конец четверти не задают. Ну, почему задают, там по физике задали. Те, которые мы еще это, ну, не до конца немного осталось там. Понятненько. Алина уже дома, папа где-то помогает, бегает. Вон там уже граблями работает вовсю. Где-то наши гулёны тут играют. Пап, тут остановишься, заберешь их сразу. Ага. Они были на музыкальной школе. Так и ходят в брюках. Все, сейчас папка заберет. Я до школы пешком пойду. Где Саша? Вольф. Все, садитесь, папа вас домой увезет. Дочь, мама, я на собрание. Ну все, позвоню, пап, позвоню. Мама, мама, в центре семьи. Нет, дома побудьте. Нам уроков не задавали. Хорошо. Ура, ура. Дома. Мамка так коротко подстригла, как всегда. Все, мы поехали домой. Я была на собрании. Девчонки закончили обе с четверками. У нас два отличника в классе. Одна девочка, один мальчик. Ну, наши девчонки закончили с четверками. Вот. Получила я благодарность за то, что нормально учим детей. Вот. Ну, конечно, отличникам дали грамоты уже чисто детям. А нам только вот, что как родителям. Че? Да? Алина тоже так могла все время. И прыгай на подушке. А ты... Ну, Жень, ты отойди же, на тебя прыгнет, а то. Не прыгай. Пойдем кушать там. Я везде тут по комнатам умею. Осторожно. Женечка, осторожно. Тихо. А я еще давно умею это. А ты так не умеешь, Женя? Я же не могу. Жень. Жень, ты раньше делаешь, сейчас не моешь. Ну, научи меня, я разучилась. Вот я не разучилась за весь год. Чё ты там, мама? Я пчёлка. Гоня, что ты правда? Я пчёлка. Тома, отпусти мамину ногу. Пойдём докушаем, пойдём гулять на улице. В общем, я решила Саше штаны не покупать. Вставай, доченька. У нас прошлогодние есть, Саше еще хорошо джинсовые шорты. А Женечки все маленькие, я Жене купила. Это которые Женины были в прошлом году. Вот. А Женечки мы купили. Поэтому зачем ей покупать, когда у нее есть красивые? Ух ты, это кто тебя так научил? Ой, как хрустнуло. Ты что, ты так поранишься? Я ногой еще умею, когда сплю, вот так скрестю. Не надо, потом будет болеть все. Настенька сырники нажарила, Таня нам привезла сметану, творог. В общем, все нажарили. Сейчас Атому докормлю. Надо сидеть заставлять. Она, конечно, сама кушает. Но... И только ушел, все, Тома тоже ушла. А, это Настя тебе нарисовала? Да. А у меня вот уже вчерашняя. А мороженка у тебя, ты снегоженка? Мороженка киска. У меня снежинка. А у меня снежинка. Все, кушай. Это мне нет.
Че, Алин, тебя не грызут комары? Нет. Нифига, какая по тени большая. Да тень какая моя большая. Я полю правую руку, мне ничего не мешает. А мама полова лила и загораживала все. А ты брызгала, что ли? Я. А девочки досаживали вот тут? Вот тут. И вот здесь кусочек. А что садить тут будешь? Цветочки. А, мама же собиралась садить. Там у детей музыка играет. Мам, знаешь, на кого ты похож? Так стоишь. В этом. В мультике Алёша Попович, бабуля этой Забавы или кто-то там, Любавы. Ты на нее похожа. А что делать? Земля такая твердая, как палка, прям аж не это. Поливаем много. Ну, непробиваемая вообще. Прежде чем полить, надо ее зарыхлить сначала. Том, а что у тебя на штанину задрана? Побитая вся. Из-за этого. Ау. Хотим там цветы рассадить. Временно. Иначе они пропадут у нас. Все. А потом в палисадник пересадим. Ну, комары грызут капец. Комары съедают. Я полгрядки не смогла пройти даже. Съедают меня. Мама, что ты делаешь? А ты что делаешь? Сашу по жопе бью. Как? Сашу по жопе бью. Чё? Сашу по жопе бью. Она в босоножках в этих, она их все... Где сними сначала босоножки? Тапочки одень. Носки сними. Нет, мы не будем. Сапожки, которые мои си... Розовенькие шлепки. Нет, Женя. Настя, а что надо вырывать? Ничего не вырывайте, а то вы вырвете. Потом ничего... Расти не будет. Ой-ой-ой, меня вообще загрызли. Ну так зайди домой, попей. О, Саша, смотри, давай комаров. Ничего себе, какой петух большой. Петух какой. Ну, здоровый. У нас что, один петух, что ли? У нас один петух? У нас один петух только? Курочка. Ну, бывай. Пересадила лобилию и не знаю, приживется, не приживется. Жара у нас стоит. Она уже совсем... Ты баньку побежишь? Да. Давай, доченька, иди. Ну и в общем, вот. Да и дети бы не истоптали. Ну, не знаю, приживется, не приживется. Этот раз вот так посадила я. В общем, мы пожалели, что в хорошем покупали вот эту вот мелкую. Ой, ногти капец какие. И вот такую мелкую. Вася сказал, больше в жизни не будем покупать. Сейчас собак будем кормить. Бенуш кушать хотят. Я кормила утром. И цветы посадила. Не знаю. Ой, Дариночка воду набирает. Точь, утром наберешь? Да, уже поздно, я уже почитала. Ну, опять же, хорошо. Утром действительно. Из комары летают. Ну, сейчас банька пойдет. Сегодня мы не сильно поливали, немножко совсем. Вчера то, что поливали. Каждый день поливаем. Ну и вот так вот посадила я свои георгины и астры. В прошлый раз мы приехали, когда... Ой, то ли с Боготола, то ли с Ачинска. Я думала, не выживет ни одно растение. Все там сгорело почти. Потом полили, чуть-чуть поднялись. В общем, вот тут вот посадила. Когда мы обошьем этот дом, Вася не разрешает садить. Он говорит, я не буду там ходить, то ли туда наступить, то ли сюда наступить. Мне надо дом обшивать. Поэтому тут будут. Может быть, там лаватерой засею потом. Что-нибудь, может, вырастет. И вот сюда, наверное, еще надо будет посадить один рядочек хотя бы. Календулу. В общем, все на этом. Комары сожрали нас тут.
Я полгрядки прополола и все, сбежала. Алина пошла полоть, помогала мне. Там, по идее, рановато еще. Вы что, петухами будете или что? А? Он что делает? Он что делает? Вроде курочек покупали. Ой, едят, едят, едят. Так. Дети, мы уже ноги помыли, подмыли. Не будем их сегодня в бане купать. Вчера купали. Поэтому взрослые только помоются. И все. Вот что делает. Все метит. Иди, иди пока, говорит. А, следующую баню Томи хочу сантиметров 10 прям отрезать волос. Повернись, Томи, повернись. Видите, какие они длинные. Мама, отрежь мне волосы до плечей, как у Алинки. Доня, так неудобно же будет заплетать. Как раз так удобно, мам. А тебе тоже так же обрезать? Да. И нет, Саша хочет карасить. Кто-то? Да вот туда. Она хочет, знаешь, докуда? Она хочет... Вот до отсюда. Каре хочет. Да знаешь, тебе? Берешь... Я видела... Можно просто... Берешь резиночку, докуда хочешь, ты дорезаешь, снимаешь резиночку, и каре готово. Сами не вздумайте мне тут каре устраивать. Нет, я просто видела. Чё? И можно вот так испущенными. Так, нет, сюда не лазь. Только надо печку не трогать. Вот так помельче. Ой, какой Саша я? Каждый раз, каждое утро скандалит. Да, Тома. Не заплетай меня. Да мне... ты же закрыл. Том, пожалуйста. Вообще не хочет прическу делать. Мне хвост, мне хвост, мне хвост. Начинает Саша, да, Алина ее расчесывать, начинает скандалить, орать. Женька терпит. И, в общем, Томи обстригу. Прям сантиметров 10 оболваний. Но это неправильно. Зачем такие длинные волосы маленькому ребенку? Такие же. Так неудобно. Да, Том? Мама, а когда фонарик выставляешь, вот, смотри, сколько слоев. Три слоя. Угу. Что-то должны были приехать. Я звонила, говорю, вы там про нас, наверное, забыли? Про окно. Нет, нет, в конце недели приедем. Сегодня был конец недели, не приехали. Забыли. Наверное. Ладно, все, давайте говорить всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Все, пойдемте спать, доченьки. Все, всем спокойной ночи. А остальные все умотали гулять.